Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Zombie Catcher. Охотники на зомби. Давно мы не были. Так, нам нужно продать товары, и нам нужны вот эти вот плюхи. Ага. Плюс креветки. Так, если я не ошибаюсь, креветки. А он у нас где добывается? Блин, я не помню, ребят. На болоте или где? Блин, не могу вспомнить. Не могу вспомнить. Ну ладно, давай начнем тогда. Вот там потихонечку уже разберемся, где они у нас там находятся. Где они у нас там находятся? Я фиг его знает. Так, проверочка. Ага. О! То, что нужно, друзья мои. То, что нужно, мы с вами поймали. Значит, это все-таки на пляж. Тихо. Ага. Я помню, чудное мгновение. Передо мной стояла ты. Кикимора вылезла. Да, в лобешник получила. Так, ну что? Блин, вот ненавижу, когда вот так вот получается здесь. Ну, здравствуйте. Влази давай, господи, а чё он? Угу. Блин, он меня оглушил. Посмотри на него, а. Ты посмотри на этого засранца. Блин, а тут... Так, подожди. Подожди. Мы с тобой сделаем, знаешь, как? Вот так вот я сделаю. Блин, мозги закончились. Посмотрим. Есть. Все, друзья мои, на изи. Так, и у нас 34 жетона. Нам нужно 40. Так, я в кафешку, ребят. Нам надо креветок отправить. Так, это должна была быть реклама, ребят. Но я отключил интернет. Поэтому фиг им, а не реклама. Принять вызов. Выполнить несколько двойных захватов. Одновременно. Блин, одновременно это будет тяжело. То есть это надо на пробивку, ребята, брать. Так, ну что, креветки 10 штук как раз нам хватит. А вот эти-то коктейли, где они? Вот эти вот. Это что, какие нам нужны зомби? Блин. Это мелкие зомби. И насколько я помню, это болотники. Да, ты еще их, блин, поймай, пожалуй. Охота началась, да понятно, что охота началась. Так, мышь летучая, ты как бы тут вообще вот не в тему, если честно. Попробовать как-то двоих пробить, но как ты? Они по одному все время выползают. Так, змейка, иди отсюда. Вот тут вот, может быть, есть хороший вариант, ребят. Я не уверен, конечно, но можно попытаться сразу двоих пробить. Есть контакт. Но это 6 раз нужно так сделать. Блин. Шесть раз. Ну явно не в этом сезоне у нас, да? Е, пробил его. Пробил издалека. Так, итого 35 жетонов. Нам нужно еще 5. И мы с тобой титул улучшим. Блин, ну вот с этим будет сложно, ребята. В плане того, что где я их поймаю, блин. Вот этих вот. Они очень редко выпадают. Прям вообще редкость какая-то. Так, давай, наверное, этих замухрых поставим на отжим. Этих на отжим. И вот этих вот на отжим. Поставим больше, по-моему, пока у нас ничего. Ничего и нету. А я могу вот здесь вот. Нет, пока это я прокачивать их не могу. Ладно. У нас там еще, ребята, есть зомби.
Так, давай-ка мы, наверное, сюда сходим. На бонусный этап. Попробуем половить здесь зомбариков. Попробуем половить здесь зомбариков. Две штучки я поставлю здесь. Ха. А, вот так вот мы. Прям вообще шоколадненько, ребят, получилось. О, господи. Ах вы. Есть. А эта вот штука не разбивается, вот этот ящик? Нет? Так, подожди, еще где-то, еще трое. Ну, тут вот один стоит какой-то. Должен. Угу, я его поймал. И... А еще двое-то где? Подожди, я что-то не понял. А, вот, пропустил я тут. Подожди! Да в плане, блин! Блин! Я забыл, ребят, что этот электрический... Ну и как быть? Он меня увидел, нет? Стой, жирный! Ну, блин, поймал, но не всех, ребят. Печалька, конечно, что так вот. Что вот так вот получилось. Так, ну у нас тут зомби-то найдены. Зомби-то у нас найдены. Ладно, давай ловить их. Вот тут, может быть, попробовать сразу двоих захомутать. Е! Так, четыре, еще двух нужно. Еще нужно двух. Слушай, тут вообще троих прям. На каркалыгу. Нормально. Здесь всех подбил. Всех подбил. И у нас 36 жетонов. Все ближе и ближе мы с тобой к топчику, да? Но тут, наверное, сейчас придется подождать нам 2 минуты. Это как минимум. Блин. Тут все сделано, понимаешь? Все сделано, кроме вот... Так, здесь давятся. Я не могу... Подожди, я не могу... А почему я не могу улучшить-то? Здесь можно, а вот тут нельзя. Интересно. Так, можно вот тут, вот в принципе. Давай сделаем сюда давку и здесь. Почему не могу улучшить-то вот тут вот? Может быть, типа не хватает элементов каких-то? Блин, мне нужно еще разу, еще одну партию поймать, ребят. Ладно, давай подождем времени. Чуть побольше, чтобы хотя бы два задания было у нас на откате. И продолжим. Так, ну что, друзья мои, подождал я чуть-чуть подольше времени. Посмотрим, сколько у нас. Так, ну только одну вижу. А, ну да, одну. Одну, ладно, фиг с ним, давай пока хотя бы одну. Мы с тобой до сих пор еще не поймали ни одного этого фиолетового зомби, который нам нужен. Так, я попробую здесь, наверное, сделать... Ну, двоих. Двоих! Твою налево не получилось!
Получилось! Получилось, друзья мои! Фух. То есть X2. А что такое X2? Двойной чего? Двойной бонус? И здесь тоже получилось. Да я прям профи, ёк-макарёк. Прям профи. Так, давай-ка мы, наверное, так вот сделаем с тобой. Вот они, вот они. Ну, это только один, друзья. Нам надо, блин, два. Два таких вот фиолетовых балбеса. Два фиолетовых балбеса. А мы только одного поймали. Что делать будем? Без понятия. Так, давай мы, наверное... Я могу что-нибудь сейчас... Ну, я могу вот здесь вот, наверное... Подожди. Ну, да. Вот здесь только ноуджем поставить. И... И все. Зомби это где у нас? На пляже, скорее всего, да? Нет, на болоте. И тут. И на пляже, и на болоте. Так, сейчас, подожди секундочку. Краба этого уберем отсюда. Ну-ка, давай посмотрим, кто тут. Есть. Так, ребята, здесь у нас домик. Я смотрю, там. Хе-хе-хе-хе. Захотел куда? Захотел убежать от меня, сморчок. Ой. Да как? Есть. Фух. Ну и здесь остается у нас два. Нормально, друзья мои, нормально. Мы все, всех поймали. Соответственно, мы получаем с тобой жетон. Это 38. 38 жетонов, 2 еще не хватает. Тут можно приумножить. Но у меня не получится, потому что я отключил интернет. Интересно, без включенного интернета... Без включенного интернета у нас как-то засчитались все-таки, ребята, бонусы. Получить награду. Может быть, X2 двойная награда, может быть, будет. Сейчас посмотрим. Ну, 2000 монет и две гайки получили. Так, приумножилось, да, приумножилось, друзья мои. Приумножилось тут, я не знаю. Я, наверное, пока приберегу вот это все. Это нужно уже, ребят, на задание. Мне нужен вот этот вот охламон фиолетовый. Один, еще один охламон. Наверное. Я не помню, сколько там. Да ну, хорош, мышь. Да твою... Давай, так. Наверное, вот здесь вот все-таки начну. Да господи, откуда ты-то взялась? Так, ну тут синька чмо. Далеко не убежали. Так, здесь у нас что? Кто? 5 синька чмо, ладно. И 2 зомбика еще. Ну вот здесь они будут у нас. Так, стой, 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 желтопузый. И получается, нам не хватает, друзья мои, всего лишь одного жетона. Для того, чтобы получить новый титул. Приумножить? Ну, давай. Так, ладушки, приумножили. Ну, и давай посмотрим по времени, сколько нам ждать. 3 минуты 13 секунд. А сколько здесь? Здесь двадцатка. Блин, ребята, даже если бы я поймал бы, например, еще одного, у нас бы было бы всего лишь 34, а мне нужно 40. Это, то есть, как минимум, мне нужно троих таких поймать. Да. Ладно. Что тогда делаем? Тогда ждем с тобой время, выжидаем, ребята, и получаем жетон. Вряд ли мы, конечно, поймаем с тобой вот этих вот, но, тем не менее, попытаемся. Так, ну что, ребята, прошло еще сколько-то времени, и давай смотреть. Кстати, мы с тобой можем... Ага, можем.
Если мы с тобой все сделаем как надо, босс будет у нас, хотел сказать, в кармане. В кармане он не будет, но возможность его поймать у нас получится. Так. Этого поймали. Блин, Синька. Чмо везде вылазит. Но мне-то нужен другой, мне нужен, блин. Эх, не то опять. Все не то. Все не то, да не это, а. Блин, неужели такая редкость прям вот дать мне этого хламона? Я вот не понимаю. Все, ребята, всех выловили. И, кстати, повышаем титул. И титул у нас какой становится? Младший истребитель. Получить награду. Ну, давай. Так. Отлично. Ну, продолжаем охоту тогда. Ага, друзья мои. Блин, поймать бы мне, поймать бы мне эту швабру. Ну. Ах ты. Да господи, ну. Есть. Да не, не надо в свинью. Второй. Блин, ребята, она сейчас убежит. Да какая, ну зачем ты в свинью бомбишь? Пипец. Да ну нафиг, ребят. Да я не знаю, что с этим боссом. Блин, да вот это вот, ой, не могу. Надо постоянно кнопки вот эти вот переставлять здесь. Эх, сдаюсь. Сдаюсь. Ну все, ребята, упустил я, так сказать, шанс. А что у нас тут за... Вот тут вот какие... Блин, да нет, мне вот обнаружены зомби. Короче, пошли ловить. Блин, с боссом в последнее время, ну вообще, ребята, просто не везет. Я ничего с этим делать не могу. Блин, я уже подумал, что всех, не всех. Ишь, ты захотел от меня убежать. Но ты не уйдешь, это я тебе гарантирую, что этот охламон от нас не убежит. Так, и получается последний зомби. Ну дайте нужного, ну дайте мне нужного. Нет. Нет, ребятушки. Никакого нужного тебе не дадут. Бесит. Бесит. Так, дай-ка я вернусь в кафеху. А зачем я сюда вернусь? Что мне тут надо? Ну, у нас есть... Давай, наверное, вот сюда зарядим пока. Наверное, жиробаса воткнем. И... А, вот этих вот. Плюс мы можем с тобой сюда вот двух засобачить. И... Пока все. Так, ну что, пойдем на пляж. Дрон. Да мне не надо дрон, мне вот... Да, ну, если бы были бы другие какие-нибудь, я бы, возможно, бы согласился. А Синька... Синька мне не нужна. Кстати, подожди секунду. Ау! Я поймал, а там-то я смогу? Е! Зыбана получилась. И пеликашу заодно. О, разве я не красавчик? Так ты опять здесь, а? Блин, прикрывает свой зад. Ай! Понятно. Подстава, друзья мои, была. Просто, блин, если я туда пойду, они могут... Могут спрыгнуть. Короче... Оу! Сижу, блин, я думал, что я всех поймал, а этот убегает, а я... Господи, так лопухнул сейчас. Смотрел совсем не туда. Совсем не туда. Так, друзья мои, ну что, я, наверное, тогда на сегодня буду закругляться, потому что... А, погоди, 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 погоди. Вот. Но нам все равно, друзья, надо будет еще потом ловить. Еще двух, как минимум, чтобы мы могли с тобой
выполнить это задание и перейти, в конце концов, на 27 уровень, который нам ничего ровным счетом не даст, потому что требуется 28. Но я и так уже слишком много, ребята, делал пауз, слишком много ждал времени. Так что на сегодня, пожалуй, все. А вам всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!